Я хочу открыть окно на кухне, проветрить. Блин, солнышко светит, не знаю, видно, нет. Значит, у меня тут за окном огромный паук. Он реально огромный. И чтобы вы понимали, я не знаю, как окно открыть. Потому что я боюсь, что он заползет сюда. И он терроризирует это окно. Я сейчас заметила, это вообще паутина начинается отсюда, вот она, идет вот так, вот верхушка вся, соответственно, тоже все в паутине, так она еще и здесь. Вот так вот она идет. Вот она. Это пиздец, товарищи. Это вообще, я не знаю. А надо еще мыть окна. А я не хочу их мыть. Я не знаю, теперь это его квартира, походу. Сейчас фокусируется. Вот он, гад. Вот. Приедьте кто-нибудь, убейте.